Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Вторник, 11 утра, программа «Мовчание». Я Евгения Большакова и финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Доброе утро, Андрей Андреевич. Доброе утро. Доброе утро, Женя. Доброе утро все. У нас тут дождливые 9 утра, так что я еще продолжаю настраиваться на передачу. Сегодня у нас простая тема, у нас ничего нового, да, и даже несмотря ни на что, мы про Тайвань не будем говорить. Кстати, может быть, имеет смысл про Тайвань поговорить до конца июня, потому что считается, что период успешного вторжения на Тайвань заканчивается к концу июня, так что если успеем поговорить, вроде все будет в порядке, а в июле уже китайцы не вторгнутся. Но неважно. Мы говорили с вами про Норвегию, мы дошли до чего мы дошли? Мы дошли где-то до 4-3 века до нашей эры, да? Если я правильно помню. Я закончил говорить, время закончилось на моменте, когда я стал говорить о появлении железа в Норвегии. Железо в Норвегии действительно появилось только в 3 веке до нашей эры. Да? Просто представьте себе это в исторической перспективе. Да? На сколько? На 800, на 900 лет практически позже, чем в Южной Европе. При том, что люди жили, активно обжили уже территорию Южной, по крайней мере, Норвегии. И даже связи были с Южной Европой. Тем не менее, Норвегия оставалась в каменном веке. По большому счету, по причине того, что все изобретения, все новшества, они обычно приносились теми, кто их сделал, на другие территории. В Норвегии с учетом климата, достаточно суровости жизни было сложно выделить людей, которые могли бы вместо того, чтобы заниматься, скажем, охотой и рыболовством и примитивным достаточно земледелием, начинать что-то изобретать. Да, поэтому сюда изобретения должны были быть принесены. Приносятся изобретения обычно тем, кто перемещается на территорию, а не тем, кто торгует с территорией. А таких перемещений в античном периоде в Норвегию не было. Да, никому особенно не хотелось жить на этой земле. По понятным причинам, вообще говоря. Но так или иначе, где-то в 3 веке, может быть, в конце 3 века до нашей эры, в Норвегии все-таки появляется изготовление железа, появляется благодаря, с одной стороны, тому, что в самой серединке Норвегии, вот у нас есть карта, Женя может показать, там красным цветом отмечено это место. Место очень важное на самом деле, сейчас я объясню, почему оно важно, не только в связи с железом. Это называется Тренделаг, место, где расположен город Тронхейм. Это место, там как раз в горах были найдены первые залежи железной руды. У устья реки Нид, и территория эта в древности называлась Нидерас, то есть если вы будете читать какие-то хроники норвежские, вы можете встретить достаточно часто это название. Вот это самая середина Норвегии, и знаменита она не только тем, что там самый большой фьорд, вы даже на карте это можете видеть, и не только тем, что там было найдено железо, еще, конечно, и тем, что это граница между земледельческой Норвегией и Норвегией собирателей и охотников. Севернее Трендерлага земледелие так, в общем, до нового времени никогда и не пришло, потому что слишком холодно и слишком тяжело там что-то выращивать. Вот. Так или иначе, месторождения железной руды были найдены. Печи для выплавления железа были заимствованы в Средней Европе. Модель, которую использовали норвежцы печи в то время, в точности совпадает с моделью, скажем так, условно австрийской, да, то есть с территории Центральной Европы, где-то найдены такие печи в Австрии есть. Вот. Скорее всего, производство железа пришло все-таки из Средней Европы, так или иначе, в Норвегию, и обосновалось в связи с достаточно большими залежами железа. В этом смысле Норвегии опять повезло с похолоданием, потому что если бы, скажем, железо было найдено до 5-6 века до нашей эры, то, может быть, его бы так активно и не стали выплавлять, потому что деревья, которые росли до похолодания в Норвегии, они плохо пригодны для того, чтобы получать нужную температуру и нужное время горения. Да? А сосна, она очень хорошо используется для выплавки железа, она хорошо горит, она дает хороший уголь, уголь этот дает температуру достаточно долго, долго, и норвежцы очень быстро освоили
этот бизнес. Освоили, причем настолько, что, судя по тому объему шлака, который мы получаем в раскопках, выплавлялось в год в те времена больше 40 тонн железа на этой территории. Ну, смотрите, значит, одно крестьянское хозяйство в те времена в Европе потребляло от 1 до 2 килограмм железа в год. То есть 40 тонн – это очень много, и совершенно очевидно, что Норвегия экспортировала это железо уже в те времена, то есть во времена расцвета Древнего Рима, экспортировала в Северную Европу. И этот экспорт железа, он построил первую, фактически, первую торговую структуру Норвегии. Да, вот еще раз, так сказать, если Женя нам еще раз ту самую карту с Трёндерлагом покажет, да, вы можете увидеть, у нас есть юг, да, на юге сельское хозяйство. На юге производят зерновые худо-бедно, на юге производят овощи худо-бедно, на юге занимаются в том числе и рыболовством, но уже не так, потому что сельское хозяйство и разведение мелкого скота, крупного тогда еще не разводили, дает достаточно продуктов. На севере занимаются рыболовством и охотой и добывают железо. Добыча железа тоже сезонное мероприятие, на севере там холодно, поэтому весной, летом руду добывали, а зимой из нее выплавляли железо. При этом Норвегия производит в целом вместе избыточное количество и рыбы, и морепродуктов, и избыточное количество железа. И Норвегии явно не хватает продуктов питания других, кроме рыбы и морепродуктов. Так что сегодня не так с голосом. Вот. И это значит, что Норвегии надо торговать с внешним миром. Да, и вот эта маленькая территория с, вообще говоря, небольшим населением, которое зависимо от внешнего мира и вынуждено с ней торговать, оказывается очень сильной торговой державой по очень простой причине. В Норвегии крайне удобно развивать судоходство. Изрезанная береговая линия, помните, мы называли страшную цифру длины береговой линии, фьорды, где удобно размещать суда, фактически в каждом дворе может быть своя гавань, строевая древесина, сосна, сосны очень много, сосны больше, чем где бы то ни было в Европе, из нее хорошо строить суда, и железо. Да? Что такое корабль древний? Это дерево и железо фактически. Да, и поскольку есть потребность в торговле по морю, а больше там особо как, так сказать, с редкими поселениями в Швеции торговать, это неэффективно, да, надо плыть в Европу. Потребность есть, возможность есть, Норвегия становится достаточно большой торговой державой уже на рубеже нашей эры. Фактически такой северный аналог итальянских городов. И поскольку она становится торговой державой, она начинает активно приобретать все то, что возможно приобрести с внешнего рынка. И первое, что она, конечно, приобретает, это письменность за счет этого. В Норвегии уже в втором, в первом веке до нашей эры появляется свой аналог латинского алфавита, приспособленный под вырезание на дереве, потому что не было такого количества крупного рогатого скота, чтобы делать пергаменты. И, естественно, не было тростника, чтобы делать папирус. Писали на дереве, а дерева было много. Дерева было сколько угодно, пиши не хочу. И латинские буквы, адаптированные для вырезания на дереве, превращаются в руны. Если вы посмотрите внимательно на скандинавские руны, вы увидите, что действительно это удобно вырезать ножом по дереву, а латинские буквы с их скруглениями, которые были хороши для того, чтобы наносить чернила, да, удобное движение, здесь, конечно, совершенно не подходит. Вот, Норвегия в таком виде, маленькая, торговая, быстро растущая с точки зрения ремесел и производства, в том числе товаров из железа, процветает где-то до начала VI века нашей эры. При этом, еще раз, вот представьте себе глазами карту Норвегии, что, ну, помимо того, что там много моря, много береговой линии, очень удобно плавать туда-сюда, да, что еще бросается в глаза? Бросается в глаза то, что вся Норвегия как бы состоит из мелких клеточек. Да, вокруг фьорда у вас территория, на которой можно жить, ниже к морю, лучше климат, можно что-то сажать, можно плавать и в соседний фьорд заплывать на корабле. Если у вас есть идея дойти до соседнего фьорда пешком, это далеко не такая простая задача, потому что все они разделены между собой горами. Значит, здесь, как я уже в прошлый раз говорил, здесь
такой, так сказать, эффект островов Океании, когда у вас территория очень изрезанная и очень ограничена таким образом сообщение по земле, даже если у вас есть хорошее сообщение по воде, консолидация территории идет очень плохо. Для консолидации территории ты должен свою маленькую армию привести к соседу, захватить соседа, увеличить армию, прийти к соседу, захватить соседа, увеличить армию и так далее. Такой итерационный процесс должен происходить. Доплыть со своей армией к соседу и напасть на него с моря значительно тяжелее. Поэтому Норвегия развивается как территория, которая практически не объединена единым управлением. То есть на дворе уже там, начало VI века, конец V века, Европа так или иначе пытается консолидироваться. Единица консолидации Европы все-таки она сама по себе больше, чем, так сказать, Норвегия, да? Даже каждая такая прото-страна, крупный фьорд и так далее. Да? Сама Норвегия не консолидируется, в самой Норвегии поселения редки, население мало, взаимодействие между различными мелкими кланами, которых есть свои вожди племенные, очень, очень важное и очень активное на уровне торговли и на уровне объединения для внешней торговли. Чтобы торговать с внешним миром, тебе все-таки нужна экономика масштаба, тебе нужно объединяться. Но это объединение происходит не через подчинение, как оно происходило на более доступных европейских землях, оно происходит через договоренность. И в Норвегии уже в это время быстрее, чем в Европе, возникают такие как бы протоструктуры для ведения переговоров и для создания, ну, таких условных демократических конструкций. Да, вы все слышали наверняка про такое слово, как тинг, да, это, так сказать, периодически возникающий торговый рынок в Норвегии, и это же, так сказать, место для принятия решений, разбора законов, объединений, альянсов и конфликтов и так далее. Вот. И так или иначе, вот до начала VI века, это практически там сколько? 900 лет. Да? То есть, когда в своем безумном угаре идеологическом гитлеровцы говорили про тысячелетний рейх, да, имея в виду, что это вечное пространство. Вот представьте себе, это маленькая Норвегия, небольшие фермы, объединенные между собой периодическими раз вот там, в сезон переговорами, успешные, торговые, процветающие, хорошо живущие, существуют 900 лет фактически с момента, когда они начали добывать железо. Тоже такое, так сказать, вечное состояние фактически. Но что происходит к началу VII века, к середине VI века, я думаю, вы тоже помните, мы с вами об этом обсуждали много раз. Происходит очередной, как это часто бывает в истории человечества, очередной сдвиг и социальный, и культурный, и популяционный, и экономический, связанный с изменениями климата. Да, проходит чума, да, эпидемия чумы, проходит большое переселение народов с востока и севера Европы в центр и на юг. Говорили много раз, да, сейчас не будем, наверное, повторять подробно, что там происходит. И для Норвегии, которая не затронута чумой совершенно, слишком холодно, да, крысы не поднимаются так высоко. Для Норвегии, в которой внутри ничего не меняется, наступает экономическая катастрофа, потому что торговать становится не с кем. Помните, мы когда обсуждали Украину и Польшу, мы говорили про такую катастрофу во второй период похолодания чумы, да, в период перед смутным временем, вокруг смутного времени, когда пшеницу стало некуда продавать. А вот Норвегии стало некуда продавать железо, потому что пустили от северной территории Европы. Норвежцы умеют плавать, но они не умеют ходить, они не умеют организовывать караваны по заснеженной Европе, не могут продавать дальше. Покупатели уходят на юг или вымирают литерами, да, из-за чумы. Доля кочевого населения Европы вырастает до почти 50% почти на 2 века. Кочевники не будут заходить на такой крайний север. Прибалтика, с которой торговля шла активно достаточно, в которой жили небольшие, компактные, но достаточно хорошо организованные славянские племена, тоже вымирает. Уже славяне оставляют эту территорию для того, чтобы в итоге захватить территории значительно больше. Да, вот это великое переселение славян как раз начинается.
Отсюда начинается та история славян, которую мы знаем, да, потому что они впервые соприкасаются с народами, которые сумели записать то, что происходило. Вот. А как покупатели они исчезают. Римская империя окончательно исчезает с карты. Большая конструкция текстильная, которая была построена Римской империей, которая производила избыток тканей, которые можно было поставлять в Норвегию и делать не только одежду, но и паруса, главное, для кораблей, распадается. Соответственно, и плавать становится тяжелее, потому что собственной текстильной промышленности нет. И это нужно переизобретать, потому что вам для этого нужно сажать лен, как минимум, да, и для того, чтобы делать ваши паруса. То есть Норвегия попадает в классический, тяжелейший экономический кризис. На этот момент попытки плавать дальше в Норвегии и продавать где-то еще, да, там уходить, например, на, так сказать, побережье Бискайского залива, оказываются слишком рискованными и достаточно невыгодными. Вот. И Норвегии нужно себя переизобретать каким-то образом. То есть понятно, что так прожить не получится. И теоретически Норвегию, если бы они не придумали экономическую инновацию, предстояло бы, наверное, вымереть. Да? Люди бы ушли в ту же Прибалтику, например, замещая ушедшие славянские племена, или просто, ну, так сказать, просто бы закончились. Но так или иначе, я не думаю, что это было плодом сознательного одномоментного решения норвежцев, которые собрали, сели и стали думать, что делать, и придумали. Но, скорее всего, это был просто процесс проб и ошибок, который в конечном итоге вывел норвежцев на новую экономическую модель. Значит, откуда взялась новая экономическая модель? У норвежцев есть корабли. Норвежцы умеют плавать. Норвежцы хорошие охотники, особенно на севере Норвегии. Они сильные, смелые, приспособленные для суровых условий. Мужчины, да и женщины тоже. Известно, что женщины очень активно участвовали там и в охоте, и в рыболовстве. Это тяжелое занятие. То есть естественный отбор в Норвегии приводил к формированию большого количества сильных людей, готовых на трудности, испытания, готовых рисковать жизнью и так далее. Если сложить эти две вещи вместе, то возникает идея перестать мирно торговать и начать активно завоевывать себе те товары и то богатство, которое тебе нужно для развития. Норвежцы постепенно становятся морскими разбойниками. Ситуация уникальная. Это великолепная ниша, Голубой океан, как сказали бы сейчас экономисты, потому что для них движение через море – это движение на юг, а для всех остальных – это движение на север. Никому туда не надо. Никому нападать на Норвегию не надо, взять там нечего в этот момент. Мореходство не особенно развивается на этой территории, потому что тебе проще двигаться по рекам, скажем, да, в Европе, и по земле. И если и плавают какие-то торговые корабли, то они плавают, их мало, они редкие, они плавают вдоль берегов Северного моря, они глубоко не заплывают. При этом на побережье Северного моря все-таки поселения есть, поселения близки к берегу, потому что рыболовство – важная часть возможности существовать экономически в этой ситуации. И на этих побережьях живет достаточно много людей, побережья длинны, с них есть что взять. Догнать тебя они не могут, потому что у них нет своих кораблей, особенно боевых кораблей, хорошо двигающихся кораблей. Они не могут тебя ждать, потому что побережье длинное, ты можешь высадиться где угодно в любой момент. И постепенно в VII веке, это не так быстро, да, но в VII веке формируется новый норвежский бизнес, который в сущности состоит в стратегии hit and run. Несколько кораблей или один корабль доходит до побережья Большой Европы, высаживаются люди скрытно у какого-то поселения. Поселение, как правило, не защищено, потому что от кого его особо защищать в этой ситуации. Нападают, грабят, убивают, забирают рабов, забирают любую добычу, которую могут забрать, уходят обратно через проливы в Норвегию, а часто даже продают то, что добыли на той же территории Европы, просто в другом месте,
Потому что времена тогда были не особо этичными. Люди покупали то, что им нужно. Тогда не было комплаенс-процедур, никто не спрашивал про источник дохода. И там, где-то с 8 века этот бизнес становится основным. Еще раз, живет достаточно мало людей в Норвегии. Какая-то их часть, безусловно, основная, да, занимается скотоводством, выращиванием овса и ячменя. Но достаточно большая, серьезная часть занимается нападениями на территорию Европы. Надо сказать, что когда наступил кризис, то норвежцы вообще перестали производить железо, потому что продавать его стало некому. И примерно на 3 века, примерно на 300 лет, да, ну, 300 лет – это, если я не ошибаюсь, примерно как от Петра I до наших дней. Да? Представьте себе масштаб пространства. Примерно на 300 лет в Норвегии полностью исчезла добыча железа. Вообще. Ну, а продать некуда, да? Куда его девать? Это груды железа, я так понимаю, лежали невостребованными просто долгое время. И все. И когда норвежцы, которых неправильно, да, называют викингами, да, норвежских разбойников, что викинги более позднее слово, оно придуманное. Когда они начинают заниматься своим бизнесом нападений на Европу, то только через примерно 100 лет после этого нехватка железа становится такой для оружия, что норвежцы опять начинают железо производить, но производить его уже начинают североевропейскими способами, а не среднеевропейскими, как это было до того, как это было в те времена. То есть они полностью забыли искусство производства железа, и они должны были заново это искусство вспоминать. Какой вообще путь, да, исторически напрашивается у территории, у народа, у протогосударства, которое живет за счет завоеваний, за счет захватов, за счет грабежей? Да, классическая модель Древнего Рима. Экспансия, расширение своей территории. Следующий этап экспансии, расширение своей территории, финансирование центра за счет постоянно расширяющейся территории и получения добычи. Да, теоретически, да, и в каком-то смысле норвежцы пошли по этому пути. Да, практически это было значительно сложнее, чем в ситуации с Древним Римом, потому что людей значительно меньше, почва значительно менее плодородна, и поэтому кормить этих людей значительно сложнее. И в Северной Европе почва тоже значительно менее плодородная. Поэтому, если ты высаживаешь своих людей, их тоже кормить значительно сложнее. Детей выживает значительно меньше. Войны, которые ведутся, значительно кровопролитнее фактически, потому что у тебя меньше людей просто. Да? Вот. И к тому же соседи, которые в там, 8, 9, 10 веке у норвежцев, у скандинавов есть в Европе, они все-таки сравнительно были более сильны, чем соседи римлян во времена римской экспансии. Все-таки в это время уже формируется, ну, фактически из саксонцев, да, формируется и в Британии достаточно мощная конструкция политическая, и франки формируют ее во Франции, да, и те же самые саксонцы, кстати, формируют ее на территории современной Германии. Да? Кроме того, у римлян все-таки конструкция государства была очень плотная, очень единая, в то время как, вспомните рельеф Норвегии, создать такую единую конструкцию из норвежцев было просто невозможно. Тактика набега, конечно, по воде значительно успешнее, чем тактика сухопутного вторжения, но тактика сухопутного вторжения позволяет контролировать территорию, тактика набега не позволяет контролировать. И есть еще один нюанс вот в этом благородном бизнесе разбоя и грабежа. Попробуйте себе представить, что вы пытаетесь обеспечить себе существование тем, что вы грабите, скажем, квартиры. Да? Вы можете получить достаточно много богатства, достаточно много value, но вы вряд ли сможете кормить семью теми продуктами, которые вы награбили в соседних квартирах. Вам все-таки нужно будет что-то делать с, там, скажем, деньгами, и техникой, которую вы взяли в квартире, для того, чтобы превратить ее в деньги, для того, чтобы потом купить еду. А для того, чтобы это делать в масштабах государства, которое грабит соседнее государство, необходимо развивать рынки, необходимо торговать.
Для того, чтобы ваша добыча была ценной, да, вы же не будете уносить мешки с зерном литрами. Представьте себе вот корабль викингов. Там большие, красивые корабли викингов, но если загрузить этот корабль зерном, то он скорее потонет под тяжестью зерна, чем дойдет обратно в Норвегию, и все равно этим зерном вы много народу не прокормите. Вам нужно больше зерна для того, чтобы кормить местных норвежцев. Лучше взять золото, особенно из широко распространяющихся христианских церквей, которые накапливали запасы серебра и золота, а потом это золото обменять на продукты питания. Поэтому в Норвегии параллельно развиваются рынки, и норвежские города, особенно южной Норвегии, становятся торговыми городами, куда привозится добыча, и добыча эта продается тем же самым европейцам, которые приезжают туда покупать то, что награблено у них же. Продают они там товары, которые нужны Норвегии, которые тяжело возить по морю. Покупают они там рабов, покупают они там в том числе предметы роскоши награбленные, покупают оружие. Вот. И таким образом, где-то в 700-х годах в Норвегии формируются торговые города. А когда у вас формируются торговые города, у вас возникает еще один бизнес. Бизнес торговли. И если вам не очень хочется воевать и не очень хочется погибать в набегах, вы можете заниматься и торговым бизнесом чисто. И к 9 веку нашей эры, по тем данным, которые у нас есть, мы не можем точно сказать, что это так, но по тем данным, что у нас есть, больше кораблей викингов перевозило товары, чем воин. То есть они достаточно быстро становятся торговой страной. И вот этот старый, там, скажем, 6-7, начало 8 века бизнес по грабежу становится как минимум не главным бизнесом. Главным бизнесом становится торговля. Торговля процветает. Норвегия опять процветает за счет сочетания грабежей и торговли. А когда страна процветает в древности и в средние века, это прямым образом транслируется в рост населения. И за счет людей, которые перебираются туда, мигрантов. В Норвегии были мигранты уже в те времена. И за счет просто увеличения рождаемости, увеличения выживаемости детей. А когда у вас возникает демографическое давление, когда у вас слишком много людей, этих людей надо куда-то девать. И с одной стороны, скандинавы начинают уезжать из Норвегии и становиться наемниками. И торговцами, которые осваивают другие маршруты, не заходящие в Норвегию. Они осваивают европейские маршруты, даже южноевропейские маршруты, торгуют на берегах Средиземного моря. И очень многие покидают действительно наемниками страну, уезжают в охрану, в том числе и византийских правителей. Вот. Но этого все равно не хватает. И норвежцы начинают активно расселяться по Европе. Причем, поскольку у вас есть хорошие торговые пути и хорошие связи между различными точками в Северной Европе, и у вас есть достаточно большое количество воинов для того, чтобы захватывать территории, норвежцы изобретают к 9 веку третий бизнес. Бизнес-сеттлмент, в буквальном смысле слова. Они захватывают территории, на этих территориях размещают уже не воинов для того, чтобы охранять и собирать дань, а крестьян, которые будут эти территории обрабатывать, и выстраивают свои колонии таким образом. Ирландия, восточная часть Великобритании, северные острова, северные территории Франции и так далее, и так далее, и так далее, такими очагами, кусками, колониями. Киевская Русь, да, до этого, так сказать, Новгородская Русь. Да, вот это примеры того, как в большем или меньшем количестве, в большей или меньшей степени скандинавы расселяются. В местах расселения они или становятся частью местной элиты и смешиваются, или замещают местную элиту полностью, ее отодвигают или уничтожают, и расселяют своих людей на более низких уровнях иерархии, да, то есть, собственно, крестьян, ремесленников и так далее. Да, они, поскольку они замещают элиты, они начинают разносить элитный словарь элитных слов по Европе. Да, там
все из фильмов, по крайней мере, про викингов, знаете слово ярл, да, это такой чифтан, да, это местный вождь. Значит, английское слово earl, это герцог, да, оно происходит от слова ярл. Да, общеевропейское сейчас слово king, да, английское слово king происходит, естественно, от слова конунг. Да, и сразу видно, где было большее влияние элиты, где меньшее влияние элиты. Да, если вы сдвигаетесь на восток по Европе, да, у вас места, где были kings, да, они уступают территориям, где короли. Да, а король — это франкское, оно происходит от имени Шарлемань, да, Карл Великий. Да, и польский король — это человек, названный в честь франкских королей. Шарли, да, а потом мы сдвигаемся еще больше на восток, и там уже цари, а царь — это Цезарь, это римско-византийское название, и здесь уже викингов в такой степени нет, да, поэтому влияние, конечно, только на Западе было таким сильным. Вот. Но, тем не менее, это влияние было сильным, и люди переселяются, да, вы слышали, наверное, название Danelaw. Да, это датское правление, а тогда в Великобритании саксы называли датчанами всех викингов, которые приходили. Вот. Большая территория Великобритании, которая была захвачена. В какой-то момент в XI веке, уже в начале XI века, норвежские короли даже правили на территории Великобритании. Большая территория в современной Франции, Нормандия, да, Нормандия, да, Нортмен, да, северные люди, да, была подарена в свое время ярлам норвежским, французским, франкскими королями для защиты северных границ. И в 1066 году нормандский же герцог Вильгельм захватывает Великобританию, Англию захватывает, точнее, да, чтобы быть с названиями. Вот, и здесь идет смешение кровей, и все больше и больше расселение выходцев с территории Норвегии, ну и Дании Северной, да, и Швеции Южной. И все это очень позитивно влияет на территории, на которых это происходит, несмотря на кровавый след, конечно, который за этим остается. И все это дает возможность большему и большему количеству людей с норвежской кровью расселяться по миру и, занимая территории, выстраивать свою экономику. И все хуже и хуже влияет на территорию Норвегии, естественно. Потому что ну, кто же хочет жить в этой рыбацкой деревне, когда можно уехать уже там в английские, французские, саксонские или даже византийские города. Фактически Норвегия остается удаленным торговым форпостом. Все эти вновь захваченные территории вместе с территориями европейскими торгуют через датские, норвежские, ну и будущие шведские порты. Через Северное море удобно между собой связываться. И где-то в X-XI, начале XII века вокруг этих портов начинается неминуемый процесс консолидации, поскольку торговля — вещь, которую достаточно, ну, намного легче консолидировать, чем охоту, рыболовство и сельское хозяйство, в Норвегии, я имею в виду. То есть постепенно местные лидеры, которые более сильны, начинают консолидировать территорию, создавая, ну, такие, скажем, прото-королевства, прото-государства, все равно из отдельных городов провинции, объединенных уплатой налогов, скажем, и представлением военных ресурсов. Там возникает то одно, то несколько таких королевств. Причем даже когда мы говорим, что возникает одно, да, все равно это достаточно спорно, насколько этот клейм, написанный в летописях, соответствует действительности. Потому что, ну, крупный вождь может объявить себя королем всей территории и записать это на бумаге, да, но насколько он реально эту территорию контролирует, непонятно. И мы совершенно точно знаем, что даже в моменты, когда территория объявляется подконтрольной одному лидеру, все равно на этой территории взаимодействие происходит теми же самыми старыми методами, через общие собрания,
через переговоры между кланами, через альянсы и конфликты. Таким образом, вот эта система протодемократии, или там элитной демократии, да, или, если хотите, федеративной демократии, она продолжает существовать. Все это работает до примерно XI века нашей эры. А в XI веке нашей эры происходит, даже не в XI, даже в X уже веке нашей эры происходит событие, которое, наверное, в этот момент Европа плохо заметила. Точно, если бы мы с вами жили в те времена где-нибудь в Норвегии или в Великобритании, мы бы не прочитали в новостях про это событие. Но, тем не менее, это событие в очередной раз коренным образом изменило жизнь для норвежцев и для викингов. Это событие – это открытие серебряных месторождений на территории Саксонии. Саксония, если кто не очень понимает карту, это, ну, грубо говоря, Северная Германия, да, сейчас. Территория Северной Германии – это родина саксов, которые потом активно развелись в Великобритании, но это же и родина саксов, которые оставались и никуда не ушли с этой территории. Саксония занимает позицию периферии Франции во времена Шарлемания, во времена завоеваний VIII века, во времена Людольфа Саксонского, его сына Отто. Она становится самостоятельной. Становится она самостоятельной, конечно, не благодаря тому, что это талантливый военачальник, а благодаря тому, что серебро найдено. И можно платить наемникам, можно создавать армию. В начале X века она становится королевством. Потом, немножко погодя, она станет основой будущей Священной Римской империи, германской нации, прошу прощения. Да, так сказать, Третьей Римской империи на территории Европы. Да, обратите, кстати, внимание, я не устаю это повторять, это очень интересный факт. Мы с вами считаем, что Римская империя пала в V веке. Но франкские короли так не думали, они именовали себя императорами Римской империи. А потом германские короли тоже не будут так думать. И в XI веке они будут продолжать именовать себя императорами Римской империи. То есть мы с вами можем как угодно хронологизировать ситуацию, но еще спустя 600 лет после этого никому не приходило в голову, что Римская империя пала. Но не суть. Да? Давайте вернемся к Норвегии. Вот. Саксония, естественно, благодаря своему серебру, благодаря борьбе за независимость, становится хорошо укрепленной территорией. Там строятся замки-крепости, которые в Великобритании назывались бургами, и потом стали иметь название бороу, да, вот то, что сейчас в Великобритании как бы такое административное деление бороу, да, это происходит от названия, собственно, бург, укрепленная крепость со своим гарнизоном, которая охраняла, контролировала территорию вокруг. И эти крепости оказались очень удобными для того, чтобы отражать нападение викингов. Что викинги заходили на территорию, им необходимо было добраться до наиболее значимых поселений, чтобы их разграбить. Гарнизон из бурга, предупрежденный о появлении отряда викингов, мог выступить навстречу и защищать эти поселения, а ценности хранились в бургах. А взять такой бург непросто. И на кораблях ты осадное орудие не перевезешь. Для того, чтобы создать осадное орудие на месте, тебе нужно где-то окопаться и укрепиться. Чтобы окопаться и укрепиться, тебе нужно иметь продовольствие. Чтобы иметь продовольствие, тебе нужно что-то ограбить. Да, и получается замкнутый круг, из которого воины, да, и отряды, приспособленные для быстрой атаки и отхода, не могли выбраться. И как только эти бурги появились, как только эта система начала работать, а она начинает работать в IX-X веках постепенно и на территории Великобритании, и на территории Германии, Франции, где норманны, которые там и заселились, они очень быстро научаются противопоставлять свои активные военные действия, нападения викингов, которые туда не заселились. Если кто смотрел сериал «Викинги», достаточно известный сейчас, там, ну, достаточно карикатурно и схематично, но отражен этот момент, да, как норманны противопоставляют технологии отрядам викингов. Да, вот. И фактически, сами же викинги, обосновавшиеся в колониях норвежских, плюс саксы, которые построили свое устойчивое государство на территории Северной Германии,
начинают достаточно активно давать викингам отпор, и один из их серьезных бизнесов начинает страдать достаточно серьезно. Происходит это все, естественно, на фоне расселения, дальнейшего расселения викингов из Норвегии. Чем более страдает их бизнес, тем больше люди пытаются расселяться. В X веке норвежцы уже осваивают Исландию. Причем к середине X века в Исландии, я не знаю, Жень, вы не бывали в Исландии, наверное, да? Но я бывал в Исландии, я всем советую приехать, это очень любопытно. Исландия – это страна, где жить физически невозможно вообще. Ни один нормальный человек в Исландии жить не может. Потому что там в июле примерно так, как в Великобритании в марте, реально холодно. Там, я не понимаю, как там можно выращивать вообще какие-либо продукты питания. Там очень тяжелый климат с точки зрения того, что там бывают и ураганы, и бури, и очень долгие дожди, и земля покрывается снегом очень надолго. И плюс там еще вулканическая активность очень, очень серьезная. И вы можете найти там более теплые места, где у вас там, скажем, термические источники. Но главное, чтобы вас там пеплом не засыпало, когда вы начнете там жить. Вот. Так вот, в этой Гренландии, в этой Исландии в 930 году жило 400 кланов норвежцев. От хорошей жизни там жить не будешь. Это иммиграция от того, что и в Норвегии плохо, и бизнес становится значительно хуже. В 980 году викинги основывают поселение в Гренландии. А Гренландия – это вообще лед вечный. Тогда, правда, климат был немножко лучше. Тогда Гренландия, почему названа Гренландией? Да? Потому что все-таки там были зеленые территории. Но все равно это не лучший вариант. То есть фактически норвежцы, которые не переселились в более удобные места, оказываются выдавливаемыми с территории Норвегии, даже в местах, где жить фактически тяжело. Центр политической тяжести переносится из Норвегии тоже в Европу. За контроль над Норвегией конкурируют уже датчане, британцы, да, новоиспеченные британцы, саксонцы и так далее. Сама Норвегия перестает быть местом, которое может диктовать свои политические условия, и местом, где существует своя внешнеполитическая и локально-политическая элита. Если посмотреть на ситуацию в Норвегии в 11, 12, 13 веках, то Норвегия – это периферийная территория. Примерно судьба Римской империи после V века. Норвегия – периферийная территория, за контроль над которой борются претенденты из Ирландии, из Дании, из Великобритании и даже из Исландии. То есть так получается, что в какой-то момент люди, рожденные в Исландии, начинают пытаться захватить, подчинить себе территорию Норвегии. Понятно, что вопрос здесь стоит не в том, как в сказках и в летописях пишут, кто ближе к старым норвежским королям. Понятно, вопрос стоит в том, кто сильнее в военном плане, кто может собрать больше войска для того, чтобы напасть на своего предшественника в Норвегии. Если вы почитаете достаточно монотонные летописи тех времен, процесс происходит примерно одинаково. Нападает очередная военная группа, захватывает власть в крупных торговых городах, захватывает того, кто до этого управлял Норвегией. Дальше его ожидал достаточно стандартный процесс в виде ослепления, кастрации, отрубания рук и заточения в тюрьму. Иногда, впрочем, применялась только часть этих мер, не все сразу, но какие-то обязательно применялись. И контроль устанавливается новым человеком, который некоторое время контролирует торговые города Южной Норвегии, после чего его ждет примерно такая же судьба. Северные территории Норвегии вообще никто не желает контролировать. Северная Норвегия возвращается во времена собирательства и охоты. И так Норвегия существует где-то до XIII века. В XIII веке фактически первый король Норвегии, который умер в своей постели, его звали Свер Сигурдсон. Я не знаю, зачем вам эта информация, но тем не менее есть в летописях.
Он был выходцем с Фарерских островов. Представляете себе, до чего дошла вообще ситуация в Норвегии? Так вот, выходец с Фарерских островов захватывает территорию, жил относительно спокойно, умер в начале 13 века, в 1202 году, в своей постели. Начинается последний смутный период в жизни Норвегии. 38 лет этот период будет продолжаться. Если вы слышали что-то про Биркебейнеров когда-то, то вот это как раз период, когда противостояли друг другу разные династии. Династия Свера Сигурдсона, династия датская. Сын Свера Сигурдсона был спасен в буквальном смысле лыжниками от того, чтобы его убили датчане. На лыжах отряд Биркебейнеров вывез его из столицы. Долгое время его прятали, растили подпольно, звали его Хакон. В 1240 году этот Хакон в конечном итоге пришел к власти в Норвегии. А уже сын Хакона в 1276 году издал первый свод норвежских законов. То есть более-менее Норвегия устаканивается к этому моменту как северная бедная территория, на которой живет мало людей, но которая находит свое место в европейской экономике как дальняя провинция Европы. Уже забыты, естественно, корни у британцев. Британцы уже являются британцами, французы – французами, датчане – датчанами. Никто не вспоминает о том, откуда все эти люди появились. И все заняты в этот момент, смотрите, 13-14 век, уж точно русскоязычная аудитория должна понимать, чем все заняты в этот момент. Вся Европа занята в этот момент очередным вторжением. Это вторжение монголо-татар. Ресурсы развернуты, в Восточной Европе развернуты на отражение вторжения. В Центральной Европе перестраиваются экономические пути, потому что вторжение монголо-татар — это не только экспансия, это не только войны, это не только захваты, это не только рабы, это не только потери экономические, это еще и совершенно новые торговые пути. Выстраиваются абсолютно новые конструкты торговых путей. Византии больше нет. 13 век – очередная чума. Да, надо приспосабливаться к новой жизни. И всех интересует построение новых конструктов. Там, скажем, саксов, Германию, освоение Прибалтики. Более южных европейцев, освоение торговых путей, взаимодействие с быстро растущими исламскими странами. До Норвегии нет вообще никому никакого дела. Живите как хотите. Норвегия живет как хочет. Консолидация власти там все-таки постепенно идет. В 13-14 веках примерно 70% земли Норвегии оказывается под контролем норвежского короля. Смотрите, да, при всей этой консолидации, при всех возможностях, 30% земли все равно не консолидировано. Борьба за власть Норвегии шла, как мы уже говорили, порядка 400 лет. Это очень длинный период времени. И вся логистика за это время постепенно из Норвегии уходит, потому что если ты воюешь за торговлю, да, это известный принцип в истории, мы с вами его проходили уже много раз. Пока ты воюешь за торговые пути мирно от тебя уходят, потому что никто не хочет торговать во время войны. Дания, Саксония и Прибалтика становятся большими торговыми центрами, замещая Норвегию. Торговый союз на саксонском, на старонемецком называется Ханза. Когда вы летаете самолетом или от Ганзы, если вы летаете, да, там, конечно, нарисован красивый гусь, потому что Ганза – это и гусь тоже. Но все-таки это воздушный торговый союз, это не воздушный гусь, перевод. Да, вот эти ханзы, если вы наверняка слышали выражение «ганзейская эра», да, вот это эра торговых союзов, эти ганзы занимают в виде одной большой логистической корпорации, такого прообраза современного Мерка, да, южные порты Северного моря, и торговые корабли практически перестают заходить в норвежские порты. А какой смысл? Да, у вас есть базы для торговли на южной части Северного моря. Эти базы устойчивые, спокойные, надежные, там сформированы к XIV веку уже крупные государства, которые могут поддерживать эту торговлю.
сопротивляться доминированию южноморских торговых блоков практически нереально в одиночку. Норвегия слишком мала для того, чтобы бороться за место торговой державы в этот момент. В Норвегии развивается упадок. Да, Любек, польский современный город, становится центральным городом торговли на Северном море. И естественно, Норвегии нужно заключать какие-то союзы для того, чтобы формировать свои торговые конструкции. Достаточно очевидно, что такие союзы могут возникать только с другими обделенными соседями. Другими обделенными соседями являются Дания и Швеция, сформированные к тому времени. Они тоже страдают от фактически торговой блокады. И в итоге к концу XIV века, опять же, точно так же, как Норвегия всегда искала свой бизнес, этот процесс достаточно долгий и занимает поколения, Дания, Швеция и Норвегия объединяются. Объединяются они не из-за захвата, а из-за того, что ни одна из этих территорий не может выжить самостоятельно в условиях фактически отсутствия торговых возможностей. Объединяются они под властью внука датского и шведского королей и сына короля Норвегии Олафа. Обратите внимание, насколько все смешано в этом пространстве. Да, фактически этот Олаф, который создает так называемый Кольмарский союз, потому что подписание документов было в Кольмаре, в Норвегии, он является потомком и датских, и шведских, и норвежских королей. Объединения вступают в постоянную торговую, иногда горячую войну с Ханзой. Норвегия в этом союзе представляет очень важную часть, потому что Норвегия добывает железо, которое можно использовать для этой войны. Но война тяжелая, война, то, что сейчас сказали бы, затяжная, оборонительная фактически. Война не приносит особых выгод. И уровень бедности в этих странах в этот период такой, что короли Кольмарского союза, то есть короли Швеции, Дании и Норвегии, раздают землю, которая им принадлежит, приданное за своими дочерьми, для того, чтобы создать хоть какие-то торговые союзы с другими странами. Например, Аркнейские Шотландские острова – это самый север Шотландии, да, сейчас там как бы в Шотландии. Они отходят от Шотландии как залог за предание дочери короля Христиана I в 15 веке, потому что он выдает свою дочь за шотландского короля. И таким образом территория сокращается постепенно, а процветание не наступает. Ханза очень крепко держит Норвегию, и Швецию, и Данию на периферии, не позволяя им нормально развиваться. В начале XVI века Швеция выходит из этого союза, просто потому что толку в этом союзе больше нет никакого, и пытается развиваться как-то сама по себе, договариваясь с Ганзой, постепенно занимая свою нишу. Бедная Норвегия остается формально в союзе с Данией, а реально она остается бутафорской монархией, в которой как бы есть свой король, но от Дании он полностью зависит. У Дании как бы король, который реально правит, парламент территории находится в Копенгагене, да, представьте себе, парламент Норвегии находится в Копенгагене, в Дании. Вот. И Норвегия существует как страна фактически под внешним управлением. Да, я здесь специально на секунду хочу на этом остановиться, потому что внешнее управление – это такой жупел, такая бука, которым пугают в России детей сейчас. И вообще это такой, так сказать, насколько я знаю, страх русскоязычных – попасть под внешнее управление, лишиться независимости. Так вот, мы дальше об этом с вами будем говорить. Зачем мы говорим про Норвегию, мы будем говорить про Канаду, будем говорить про Австралию, будем говорить про многие другие страны, в которых сформировались институты, которые позволили этим странам прийти к демократии. Серьезно. Так вот, практически все эти страны проходили через большие периоды внешнего управления. И за счет того, что у них было внешнее управление и не было собственной элиты, у них формировались внутренние институты как способ защиты от иностранной элиты, которая контролировала эти территории. Там, где они не формировались, не получалось демократии после освобождения. Там, где они формировались, демократия получалась. И вот Норвегия – это классический пример того, как под внешним управлением формируются демократические институты,
основная цель которых защита от эксплуатации внешними управляющими. А потом, когда страна освобождается, эти институты начинают работать на защиту от эксплуатации местной элиты. Мы достаточно подробно с вами на примере Норвегии это обсудим. Так или иначе, но в 1814 году, это уже 19 век, 300 лет под контролем Дании, Дания оказывается союзником Наполеона, как союзник Наполеона, проигравшая войну, по Кильским соглашениям, по соглашениям в Киле, в качестве компенсации она должна уступить Норвегию Швеции. Швеция не была союзником Наполеона. Уступка эта сопровождалась аж двухнедельной войной против Швеции. Норвегия 2 недели пыталась стать независимой. Войну она, естественно, проиграла, потому что это слабая окраина. Но Норвегия сохраняет достаточно широкую автономию. Шведскому королю особенно не досуг. На шведов давит Великобритания, для которой Норвегия уже в XIX веке важна как база для мореплавания. Британия, как вы понимаете, большая морская держава. И несмотря на то, что Швеция была союзником Британии в войне против Наполеона, тем не менее британцы не очень доверяют шведам, поскольку они сами хотят развивать свой флот. И договариваются со шведами, что Норвегия будет достаточно автономной для того, чтобы британцы могли взаимодействовать с Норвегией, с норвежскими портами, не опасаясь того, что Швеция в какой-то момент станет недружественной и это заблокирует. Норвежцы самоуправляются, местные советы занимаются самоуправлением, но ни королевского двора, ни своей национальной аристократии в Норвегии естественным образом не появляется, потому что Норвегия принадлежит Швеции. Вся система управления основана на низовых советах поселений, на сравнительно равномерном распределении земли. И, естественно, социальные институты очень широко распространяются, еще и благодаря тому, что различные норвежские страты очень сильно перемешиваются между собой за счет сезонности работ, сезонности труда. Там те же крестьяне, например, зимой присоединяются к рыбакам, рыбаки осенью, летом к сбору урожая. Заготовка руды, как я уже говорил, ведется тоже сезонно, да, весной и летом, плавка осенью и зимой. И, конечно, люди все занимаются более-менее всем. Семьи имеют представителей самых разных профессий, и это позволяет им взаимодействовать значительно более эффективно с точки зрения принятия решений. А Британия параллельно с использованием Норвегии как просто база для флота начинает инвестировать в Норвегию как в судостроительную державу. В Норвегии лес, точно так же, как и 1000 лет назад. В Норвегии железо, точно так же, как и 1000 лет назад. В Норвегии достаточно удобные фьорды для того, чтобы строить корабли. И, соответственно, Британия начинает инвестировать в норвежское кораблестроительное производство. А кораблестроительное производство – это не просто верфь. Это и производство деревообрабатывающего оборудования, это и производство современных промышленных агрегатов и станков, в том числе на паровой тяге, которая к тому моменту уже используется. Это и производство железа, и железообрабатывающее производство, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И Норвегия начинает обретать постепенно контуры современной страны, потому что в ней начинает развиваться промышленность. И таким образом она начинает формировать свою новую экономическую нишу, с которой она уйдет в 20 век. А мы с начала 20 века начнем разговор через неделю про Норвегию, потому что сейчас наше время закончилось, и мы вынуждены прерываться. Спасибо вам за внимание, спасибо, Женя. Продолжим через неделю. Спасибо большое, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». А я, Евгения Большакова, вместе со зрителями буду с нетерпением ждать следующего вторника и разговора про Норвегию. До встречи. Спасибо.